Привет, ребята. Фотон Тунланд, пикап, замена масла. На масле проехал 8000 километров за 6 месяцев. И вот сегодня решил поменять. Но подготовился изначально. Изначально мы технику безопасности соблюдаем. Если вы видите донкратик, и тут же подставили ножку. Ну вот я поддынкратил, подставил такую распорочку, держатель на всякий случай, если вдруг дынкрат упадет, то меня по-любому не придавит. И сейчас вниз открутить у нас болты, которые защита стоит, потому что так мы к масляному фильтру не подлезем. Ну вот. Защита стоит, нужно открутить вот эти вот болты, на их 8 штук, и не забываем, что у нас защита крепится на 8 болтах, по-моему, или даже 10. При этом у нас сам поддон сделан из пластика, когда пробку откручивать, нужно быть очень аккуратным. Ну вот, защиту я снял, открутил. Вот сколько нужно открутить болтов. Раз, два, три, четыре, 10 штук, что ли, получается. На 10 болтах держится защита. А потом вот таким ключиком мы подлазим. Вот сюда, вот как раз подходит сюда. И выкручиваем пробку для слива. Но я это сейчас уберу, это самое, потому что я уже открутил ее, ослабил. И осталось только масло слить. Масло польется, я, конечно, включу до записи, покажу, как оно сливается. Пробег масла 8000 километров. Заливал дурон 5.40, по-моему. Ну, покажу я это масло, какое именно. Ну вот, завел батон, чтобы прогреть его масло. Сейчас минут 10 я погоняю. Тару уже приготовил, куда сливать буду. Ну, заглушу и солью. Ну вот. Выкрутил я пробку. Масло пошло стекать. Кстати, на пробке никаких крошек металлических нету. Все чистенькое. Сейчас дам потихонечку стечь. Промывать я не буду. Только стекет полностью. Молоток надо, что принесла. Снимаешь? Секунду. Время идет? Да. Где-то польется масло.
Через что вытащить его? Где его вытащить, блядь? Я его не знаю. Блядь, как это? Через что его вытащить? Как ты думаешь? Через верх, что ли? Сейчас пытаюсь его поставить вверх, через верх вытащить. Да, наверное, через верх. Ну, блядь, я новое открытие сделал. Охренеть! Это новшество. Я придумал, как фильтр ставить. Так. Солнышко. Засовываем через радиатор, его туда пускаем. Потом не слезем, ставим на место. Так, уберись. Это последний штрих уже. Thank you.
Да ладно тебе.